Отработанные шины – это не просто мусор. Это отходы четвертого класса опасности, и просто выбросить их, по сути, нельзя. Мало того, что это неэстетично, разлагаться резина будет сотни лет, загрязняя при этом почву и воздух вокруг. Сжигать шины – тоже не выход. В окружающую среду в процессе попадают канцерогены, опасные для человека. Вот почему сотрудники нефтеперерабатывающей компании серьезно подходят к делу. В этом году мы решили акцию расширить, и помимо того, что мы произвели сбор вдоль обочин дороги, которая, начиная с поворота с Ряжского шоссе, дорога, которая идет на очистные сооружения, мы собрали все покрышки и шины до деревни Турлатово. А также мы оповестили в соцсетях жителей города Рязани, желающих сдать свои отработанные покрышки и шины, и также сотрудников АОРНПК. Вот. Собрали мы вот большую-большую машину. Все эти отработанные покрышки и шины мы передадим организации «Полимер-металл». На специальном предприятии шины дробят, а полученную крошку используют вторично. Добавляют в резиновые смеси, из которых получают кровельные и гидроизоляционные материалы, дорожные покрытия и промышленные сорбенты. Участие в акции рабочие завода принимают очень активно. Решили во благо использовать данную акцию, потому что сами все знают то, что проблематично где-то самому утилизировать покрышки, резину, и что-то типа этого. Вот, когда увидели рассылку по цеху, люди начали как-то активизироваться и привозить резину там с дачей, кто-то из дома, кто-то из гаражей. Вот, и, соответственно, собралось очень большое количество, вот целая газель. Вот также из цеха привезли еще один КАМАЗ, который стоит на дороге. Вот, хотелось бы призвать людей, чтобы как можно больше поддержали такую акцию. Рязанская нефтеперерабатывающая компания не в первый раз проводит акцию по сбору отработанных автомобильных шин. Однако в прошлом году сбор объявили только для сотрудников компании. В этом предложили через соцсети всем желающим. И отклик оказался колоссальным. Увидел объявление, что 5 числа с 8:30 до 16:00 будет прием, как экологическая акция. Дождался этого счастливого момента, сдает резину, которая в гараже у меня уже лежит года два, не знаю, куда, под какой бугор выкинуть. А здесь очень удачно. Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики компании «Роснефть». В компании в течение всего года реализуется ряд программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. И акция по сбору шин – лишь часть целого комплекса экологической политики компании.